Несмотря на солнце, лучшая кнопка в моей жизни, это, конечно, вот это. Ну и подогрев жопы, само собой. Ну и, как ее, Эрика Лундмоин, Вася. А знаете, что я слушаю? Потому что я люблю Prodigy. А обратите внимание, что сейчас будет. Сейчас сделаю громче. Реально, прям молодец, Эрика. Так, осталось просто было заправить, помыть. Еще есть новинка. Мандарин в шоколаде, киви в шоколаде. Это мармеладка. Поэтому я возьму, наверное, еще ананас. Вот так, на всякий случай. И полный бак. Так, а еще у меня есть инфа для всех ребят из Ивано-Франкивска. Чекалы нового ЗК від UPG зустрічай. Все, теперь сотый будет литься рекой, так сказать. Be happy, йоханы. Здравствуйте. Здравствуйте. Просто хотел снять, что уровень бог это называется. Отдал машину, пока. Да. Только помойте качественно, пожалуйста. Охуенно, уважаемый. Охуенно. Я пойду за следующей машиной. Так, теперь автомобиль номер 2. Красота, скажите, какая? Dylan X тоже на заправочку, на моечку, на чисточку. И, кстати, мы его вообще-то продаем, но это пока секрет. Наши погляды стали гостріше, а вчинки жорсткіше. Та в душі ми як діти, і спогадами маю я. Привет, подписчики! Сегодня такой прекрасный день, погода фламинго, я пиздую на мойку. Такие вот сегодня дела у нас обстоят. Для тех, кто, может быть, забыл, я всегда, когда дерьмовая погода, говорю, погода петух, блядь. А когда погода заебись, ну классная, вот как сегодня, я говорю, погода фламинго. И явно понятно, что если петух, это, ну, дичь, а если фламинго... Человек приготовил две машинки. На зеленый ты можешь ехать уже. Вот тут зеленый. Это мне красный. Слышишь меня? Милым. Ты меня слышишь? Желтый, да. А у меня теперь зеленый, а у тебя красный. Молодец. Красный свет. Что значит? Стоп. Да. Стоп. Иди пакеты разбирай. Стой, это же твой телефон, правильно? Алло, возьми трубку. Алло. Возьми трубку, Милан. Алло. Милан, алло. Алло. Да. Ты материшься, сказали в садике. Что? Они пиздят. Как суши? Как суши, спрашиваю. Су, маки огурец, заходит тебе? Да, да. И мне. Да, да.